Фестиваль «День живой истории», который каждый год организует и проводит парки культуры города Северодвинска, военно-историческая группа Сергей Микович. Сегодня мы хотим показать вам один предмет нашей экспозиции предметов вооружения, доспехов Средневековья, а конкретно вещь, которую, наверное, все узнали, это кольчуга. Вот, типичная средневековая кольчуга, сделана из стали. Да? Можно поближе подойти, навестись на нее, значит. Обрати внимание, значит, кольчуга сделана из круглых колец. Каждая кольчуга клепанная. То есть каждое кольцо имеет расплющенный конец. Расплющенный конец можно вот навести на него, вот он. Где сделана маленькая клепка, таким образом оно склепано с остальными. Каждое кольцо склепано с четырьмя другими, так называемые 1-4. То есть каждое кольцо видно, что оно раз, два, три, четыре другие. Все идут ряд за рядом. То есть вот. Соответственно, это очень большой тяжелый труд, поэтому стоила такая кольчуга очень дорого, была довольно-таки крепкой. Здесь кольчуга весит около 8 килограмм, каждый килограмм это приблизительно 1500 колец, то здесь около 12 тысяч колец. Каждое кольцо сделано куплено вручную, то есть это историческая реконструкция. Соответственно, можно понимать, какой это большой труд, это очень большая стоимость, соответственно, можно понять, что такая кольчуга стоила дорого. Вот. Но довольно-таки хорошо защищала. Вещь, которая появилась уже позже, это 14 век, 15-й, можно как раз будет потрогать сейчас. То есть вот у него вес 2,5 килограмма. На что похож? На катану. Издеваешься? На мачете. Вот. Мачете, то есть прямая такая, да, почти, да, прямая, да, такая полоса, да. Эта штука называется фальшон. Это ответвление от основного вида мечей. Значит, они появились, появлялись они пораньше, как бы там, потом уже это уже конкретно, по-моему, такая экземпляр 14 века. И у него как раз он имеет своеобразный баланс, и у него при ударе, то есть удар такой вот, у него, соответственно, на кончике лезвия очень сильно. Так, смысл. Дело в том, что в 14 веке, больше 14 века, появились уж так называемые белые доспехи, где вот каких классических рыцарей себе представляют, которые полностью закованы в красивое блестящее железо, и с учетом всяких других комплексов, в общем, рыцари превратились, и высшая знать, люди, которые были серьезно вооружены, они превратились в довольно-таки серьезных, закованных людей, которых из обычного оружия вот поразить было довольно-таки тяжело. Для этого создавалось специальное оружие, и одно из этих, то есть благодаря своей большой массе, оно при соответствующем ударе могло проламывать доспехи, то есть за счет своей массы, за счет специальных ударов, за счет своего веса можно было, даже если ты, например, не нанес повреждения, ты мог человека оглушить, нанести удар такой, который, например, не нанесет раны, не пробьет доспехи, но при этом сместит позвонки, например, то есть, вот здесь вот еще в том числе как какой-то слух. Это спальшал, но он довольно-таки тяжелый. Очень треснет, но из мягкого, конечно, можешь пытаться сделать шлем из мягкого железа, но если по нему хорошенько стукнуть, то он у тебя вместе с головой, вместе с костями уйдет в череп. Неприятно, видите, с подробностью. Вот, поэтому надо, чтобы шлем должен быть строго из нормального железа. Вот типичный у нас русско-скандинавский шлем, то есть только ранее средневековье, но он находится вообще постоянно, то есть он начиная там с
10 века, там, по, даже 9 века, по еще какой-то периоду, то есть у него там менялись различные варианты встречаются. Давайте вот рассмотрим. То есть изначально он был, соответственно, вот такой. То есть он четырехчастный, он состоит из четырех кусков железа, которые между собой склепаны, проклепаны, да. Сверху находится маковка, которая все это держит, и полоса, которая их, соответственно, держит внизу. Вот. Здесь сделано отверстие, здесь сделаны код бармицу. Бармица — это кольчужное плетение, которое защищает лицо. То есть, ну и, соответственно, он сначала был таким, просто такая железная шапка. Железная шапка, которая одевалась на голову. Ну, хорошо, голову защищает, но остается открытым лицо. Стали думать, что с этим делать. То есть это идет дальше в развитие. Развитием явилось вот это вот, скажем так, наносие, которое, соответственно, защищает нос, да, могли сюда, а дальше уже пошла дальше эти бармицы, которые вот защищают, например, щеки, шею и прочее, да. Кроме того, сюда могли еще прикрепляться не только бармицы, могли прикрепляться такие щечки кожаные, металлические, похожие на римские такие шлема, то есть, которые их так вот обволакивают, то есть, вот, но, соответственно, было, ну, вот это вот. Это вот более красивый шлем, более дорогой, уже более поздний, это уже 12 век, соответственно. Но он немного неисторичный, у него неисторичная бармица, которая тоже должна быть клепанная, она действительно сведенная. Вот. Ну, он, видите, уже шлем гораздо богаче. Он уже сделан тоже из четырех, но то есть, видите, он уже сделан красиво с узорами, у него есть вверху втулка, место под что-то под втулку, потому что поставить, но это не для того, чтобы выходил пар, а именно для того, чтобы сюда можно было вставить, например, сутан из конских волос, можно было вставить перья, можно было вставить какой-то знак, по которому тебя узнают. Кстати, проблема идентификации, для чего нужны были все эти красивые гербы, это как бы твой паспорт, можно было понять на поле боя, кто есть кто. Ну вот. То есть это не титулы, не чины никакие? Нет, это и титулы, и чины. И титулы, и чины тоже в том числе. Вообще, как бы, вот пословица, которая встречает по одежке, провожает по уму, она как раз по тот период. Потому что человека по костюму, по каким-то отличиям на костюме сразу определяли, кто он, откуда, из какой его социальный статус. То есть, и, соответственно, мало того, какой он социальный статус, в каком он сейчас состоянии. То есть, может быть, на тебя нет дорогой костюм, но он там грязный, местами потер, то есть там, соответственно, может делать выводы. Ну, потому что нормальная аристократия, нормальные люди высших слоев, они себе не могли позволить выйти, люди в грязном. Они должны быть себя чистенькие, аккуратненькие и прочее. Потому что, почему? Потому что у них есть слуги, которые могут, соответственно, им эту работу делать. Сейчас глянем на наших коллег. Это у нас, соответственно, идет Европа, европейский. Вот это у нас тоже где-то 12 век. Это у нас немножко грязненький, но это пехотный шлем. То есть это уже пехота. Вот это красиво там выглядит. Даже вот так вот. Как вы думаете, зачем ему такие широкие пляжи? Хороший вариант из дождя, чтобы стоять на посту, так с копьем, да, так это самое. От дождя солнце закрывает. От дождя солнце, ну, хорошая версия, но немножко не правильная. Отстрел может сверху, да? Отстрел тоже хороший вариант, нет. Здравствуйте, мужчина, вы мне не нравитесь. Чувствуете, что-то взять хочется себе. Вот. Ладно, это коллега, мы снимемся. В общем, вот, на самом деле широкие поля у него нужны для защиты от удара сверху. Потому что основная боевая ударная единица средневековья – это конница. Именно уже не периода ранее средневековья, когда викинги были, да, а уже позже – это конница. И, соответственно, когда всадник, если он тебе не бьет копьем, он наносит удар мечом, там, саблей, там, топором, головой, то есть он наносит удар сверху. Естественно, когда ты надеваешь сверху, тебе, если бы у тебя был просто шлем, то тебе удар просто прошел бы в плечо. Таким образом, соответственно, он тебя может попасть, а даже если пробьет, то застрянет или просто отрикошетит и уйдет вниз. То есть вот это, собственно говоря, в этом смысл. То есть, потому что всадник у тебя находится всегда вверху, всегда бьет тебя сверху. Вот. Ну, это, соответственно, знакомая, думаю, многих штука. По фильму, например, еще Александр Невский и прочее. То есть это типичный немецкий шлем тяжелой рыцарской кавалерии. То есть вот, надо понять, как бы, что, например, в таких шлемах могли на поле боя воевать и наши с вами коллеги Г3, потому что, например, они могли этот шлем отжать, вот. могли купить. То есть, например, тот же Новгород, который, собственно говоря, потомки которого и которого заселили, собственно говоря, в Беломорье изначально, да, наши, которые с нами живем. То есть он очень хорошо торговал с Европой и постоянно покупал всякие европейские новинки, то есть такие шлемы. То есть шлем, как видите, он очень тяжелый, очень большой.
Значит, но внутри у него прекрасная такая вот, он сейчас у меня примязан, то есть можно посмотреть, внутри у него специальный подшипник, что можно будет вот на молодого человека одеть, если одеть, у него специальный подшипник, который поможет глазам больше, ну, с большой вероятностью встать напротив вот этой щели. То есть он очень сильно защищен для того времени, очень сильно защищен. То есть, но, значит, шлем этот специфический, то есть и какая его задача? Задача очень простая. В этом шлеме, значит, рыцарь садился на коня, направлял на врагов себя, свою лошадь и оружие, соответственно, ну, в первую очередь копье, разгонялся, врезался в вражеский строй, значит, если при этом с ним что-то происходило, то есть он ломал копье, запасного не было, либо под ним убивали лошадь, то есть ему приходили, либо по другой причине ему приходилось спешиваться, этот шлем он снимал. То есть задача этого шлема пережить кавалерийскую шибку. Потому что, опять же, большей частью воевала конница. Соответственно, хорошо, если ты бежишь на строй пехоты, как ты там предвкушаешь сейчас, как ты там всем на копье насадишь, а в ответ могут бежать другие собратья по опасному бизнесу, то есть, да, они, соответственно, тоже с копьями на тебя. То есть задача этого шлема пережить эту кавалерийскую шибку. После чего его могли сбросить, надеть другой маленький шлем какой-нибудь, да, с открытым лицом, что может убиться, достать меч уже и дальше, соответственно, разбираться. Вот. Бейкове – это так называемый бильярдский дисплей. Видите, он быстро немножко по-другому. То есть, если там у нас кольчуга, естественно, а здесь у нас, как он сделан, то есть у нас есть вот ряды кожи, на которой наш, с помощью кожных ремешков крепятся рядами металлические пластинки. То есть крепятся они нахлёст друг на другом, соответственно, давая дополнительную прочность, соответственно, то есть вот он выглядит так на грудник, то есть потом надевался, он не очень большой, рубашка вот, защищающая вот так вот и пузика, то есть менее защищенная, чем кольчуга, соответственно, но он по сравнению с кольчугой гораздо легче. И как только у людей появилось, соответственно, в нормальном количестве стали, они постепенно переходили на доспехи, которые больше используют пластины. Почему, например, сразу не делали такие доспехи, то есть а делали кольчуги? Потому что и почему такие маленькие пластины? Опять же, связано с качеством металла. Дело в том, что ковка была только ручная, то есть никакой машинерии еще не было. Первая машинерия появляется, это молот от водяных мельниц, он появляется чуть позже, и как только он появился, он как раз дал возможность выковывать уже нормальные пластины разных размеров, выбивая из них шлак. Что делать, если ты выковываешь пластину, а из нее получается выпить шлак? Она становится хрупкой, и получается, что металлическую пластину можно просто проткнуть ножом, потому что у нее непрочная структура. Вот. Чтобы этого избежать, пластинки делали максимально маленькими, и ставили их на клёсты. В случае, если одна пластина сбоит, вторая ее как-то более-менее прикрыла. Поэтому, соответственно, вот в этом связано, что пластинки маленькие, делаются нахлёст, соответственно, их рядами крепили и уже собирали в доспех. То есть тоже, на самом деле, очень трудоемкая работа, но при этом доспех гораздо легче, значит, и тоже, ну, защищает, конечно, меньше, чем кольчуга, но если человек был состоятельный, чуть позже, он мог надеть кольчугу, а сверху еще нацепить этот нагрудник, взять дополнительную защиту. Вот. Но потом уже, когда уже пошло больше, то есть уже появилась возможность, соответственно, выковывать более большие пластины, то есть это наплечник, например, вот он надевает таким образом, еще крепит, защищает руку. И делает различные элементы, у них составлен не исторический, сразу говорю, это не реконструкция, дистанциация, похоже, как тогда выглядело. Вот уже более такой доспех кавалерийский. Ну и, соответственно, вот тоже ранее сегментированные наручи. То есть вот они защищают вот так вот руку, то есть просто кожа сверху наклепанные металлические пластины. Вот тоже максимум стилизации, не исторично, но чтобы показать, как это просто тогда выглядело. Я почему всегда делаю на этом акцент? Потому что послушайте, будете говорить, что так было тогда, так тогда было, но это не реконструкция. То есть реконструкция должна быть новая. Это все. Спасибо.